17-летний челнинец погиб под колесами самосвала. Сегодня в час дня на повороте в село Азмушкино столкнулись КАМАЗ и мотоцикл. Грузовик выезжал на главную дорогу и должен был уступить, но, по словам водителя, он не увидел помехи и продолжил движение. В результате столкновения юный мотоциклист погиб на месте. Его отец с тяжелыми травмами доставлен в БСМП. Нарушений в их действиях не установлено. Мотоцикл зарегистрирован в установленном порядке, имеется талон для осмотра и полис ОСАГО. У водителя тоже было водительское удостоверение на категории А.